друзья, это Викс, великий магнат. Я продолжаю играть в игру Transport Fever 2. Продолжаю развивать всякие транспортные маршруты, города и так далее. Игра прокачалась, ну не то, что прикачалась. Машинки новые появились, точнее очень много, не только машинок, а других транспортных средств появилось. Вот, что мог, естественно, прокачал. Выработка по максималке в некоторых местах идет, то есть по 100% транспорта. Кстати, вот тут можно еще одну машинку, в принципе, добавить. Вот теперь должно быть транспорта 100%, 90%. Еще не 100, да? Значит, еще нужно можно машинку. Еще каперы. Так, пока 90. Ну ладно, 90 и тоже хватит. Вот, у меня тут пилорама работает на всю, но не хватает все равно машинок и всего этого. Так, у меня две погрузки, соответственно, два терминала. В принципе, нормас. А почему, кстати, два? Если я отсюда... третий с этого, с поезда. Поезда убыточные стали какие-то вообще. Поезда не канают, цените. Вот этот возит вообще по минималке. То есть, ну, не вывозит он все, что мог бы вывести. Обслуживание поезда намного дороже обходится. Что не есть хорошо, кстати. А если, например, сюда его вести, продавать эти... Я вот думаю, как можно здесь обыграть вот эту вот ситуацию? Ну, либо все машинками, ну, рано или поздно маршруты будут перегружены. Так-то, конечно, можно сюда машинку пустить с доставкой чего там, инструментов. Вот. И туда. Ну, это тоже. Так, пока, как вы можете видеть, в плюс идет. Водный транспорт немножко дает, конечно, свои плюсы. Я им занялся. И офигенный плюс дает транспорт этот самый до дороги. Вот. А что, кстати, билеты? Билеты. А что за билеты? Вот, только это и дает плюс. Ну, потому что машинками круто-круто, на самом деле, все это выруливать. Ну, точнее, легче. Не то, что круто, а машинками легче. По большому счету, рулить. Вот, нежели железными дорогами. Потому что пока построишь, пока туда-сюда. Вот, и как-то они пока невыгодны. Я не знаю, почему так получается, но невыгодно. Очень невыгодно. Вот этот... Ну, я раскачиваю, конечно, но... Все равно машинки вывозят больше и лучше товара. Это уже 4, и все равно не хватает, прикиньте. Кстати, а вот тут Pacific 2. Да, кирпич почти, а инструменты, естественно, мало. Pacific 3... Ну тут почти инструменты вывозятся. Шестеренки, кстати, пошли делаться. Мне не хватает стальки, сталь. А сталь. Тут что не хватает? Тут тебе не хватает вот этого, да? Че, не вопрос. Планируем. Вот так вот. Сталь должна вырабатываться 24 на 6. Потому что машины пустые не должны ездить. Поэтому прокачаем. Вот так, начинаешь качать то одно, то второе, то третье. Вот эти, кстати, убыточные, наверное, да? Ну, не совсем, конечно, но немножко есть. Так, вот тут, кстати, 99. Да, а тут... 39. Ну тут можно, кстати, управление транспортом. О-о-о. Тут еще старые машинки катаются. Заменить. Вот теперь должно быть полтос сразу, прикиньте. Но это не все. Еще две машинки пущу. Кстати, я тут заметил переработку нефти. Нифига себе. Даже такое есть тут. И даже нефти. Да и нефть даже есть, прикиньте. Интересно.
Только это потребляет шестеренки. А, кстати, а тут что переработка нефти? Эту фигню дает. Когда я вести? Неизвестно. Так, тут, кстати, 100%, да? Даже машинки полупустые едут. Да, одну машинку куда-нибудь надо сбагрить. Тут самое главное, кирпичом все равно не полностью обеспечено. Тут уже с двух сторон кирпичи возятся. Тут тоже 100%, прикиньте, обеспечено. То есть с двух селей вывожу этот камень, и все равно она не хватает, не добивает поставщики, вот. 100%. А еще где-то какой-то. Где это такое? А, это тут. О, кстати, можно вот тут еще. А, да, я и хотел тут. Но прежде чем тут делать, мне нужно... Нужно дорогу сделать. Больше не нужно. Так, а дорога пойдет не отсюда, а вот это вот. Вот он у меня есть. Тут такой развилка такая крутая. Хотя можно вот тут вот сделать, знаете что? Какое-нибудь закольцевать кольцо. Да, это максимальное кольцо, что может быть. Просто хотелось бы вот так вот ее и сюда. Через вот эти. Ну тут тоже это нужно. Так, давайте-ка думать. Так, магистральку. Естественно, магистральную линию. Так, сегодня буду я... Серия будет посвящаться, собственно, прокладке магистральных линий. Только этим и буду заниматься. Собственно. Так, денег у меня много. Так, только нужно кое-что сделать. Для начала, чтобы проложить линию, надо сломать линию. В принципе, пока ничего нету. Поэтому все идет на слом. Первым делом надо все сломать. Раз пошла такая пьянка. Можно это сломать, выделив? Нет, нельзя. Так, вот так вот. Словом, я доволен. Еще не совсем. Тоже все поломаю. Так, дальше. Тут что нужно? Естественно, нужно вот это все смахнуть. Это меня не устраивает. Такие расклады. И я хочу кольцо поставить. Или может сразу развязку поставить? А куда она будет? Развязка мне где нужна? Тут нету города. Есть город вот тут и вот тут. Если я поставить развязку вот так. Не канает. А если вот так вот? То есть отсюда будет... Сейчас, погодите. Я думаю. Все-таки кольцо лучше. Так. Че, вы уже построили? Вы что, наркоманы? Я для кого ломаю? Самое главное, я ломаю, они строят. Охренели, что ли? Так вот кольцо будет. Блин, нельзя бы как радиус кольца еще побольше. Ну ладно, пускай такое будет. Так, ну и теперь-то что? Магистральные линии. Так, ну это все равно нужно сломать. Как ни крути. Так, магистральная линия. Идет. Вот сюда ж идет. Но пока она идет сюда. Дальше. Линия сюда. Тоже магистральная нужна. Просто минус, как я уже сказал, этого транспорта.
машинного, или как он, не знаю, не железно, не железнодорожного, обыкновенного, в том, что дороги, потом будут пробки на дорогах. А это, сами понимаете, что не очень-то хорошо. Пробки — это всегда нехорошо, а тем более на дорогах. Так, итак, я смогу тут как-то по-хитрому обыграть эту ситуацию. Проложить маршрут хитро-желтый. Максимально по прямой. Ну вот, собственно. Такс, и теперь, где там еще город был? Вот он. О, а тут вообще какой-то город в жесткой жопе находится. Я хз, как сюда довести. Магистраль. Так, сломать эту хрень. Тут, кстати, еще есть, тут еще есть город. Тут ничего нету. Кстати, можно тут, знаете, как сделать? Вот есть вот это. А что тут? А, модернизировать. Вот отсюда. Так-то вот только большая, естественно. Развернуть. Вот сюда ты должна приходить. Как-то так. С города. Две магистральных линии будет проходить через город. Блин, как-то не очень. А, ну там это кольцо можно сделать, в принципе. Тут просто еще порт я хочу сделать там. Ну это доломать. И можно будет пустить будет это маршруты трамвайные от города до города. Так будет очень круто на самом деле. Так, значит, следующую магистральную линию. Оп, оп, со всей фигней. Так, как ты пойдешь? Что попоймик, попоймому, тебе нужно вот через эту фигню. Нет, не канает. Так, вот так, если. Ну, в принципе, это этот самый. Ничего страшного. Что туннель делается? Также же она и должна идти, да? Да. Нет, тут надо еще такую же одну. Чтобы она шла вровень с этой. Если так, она просто это огибает. Так туннельчик будет. Главное, чтобы она ровно шла. Так, ну естественно, тут немножко неправильно, потому что идет в другую сторону, поэтому нужно повернуть. Такс, такс.
Так, две магистральных линии в этот город я сделал. Тут тоже всякое будет доставляться по линиям дальше. Теперь надо окно, наверное, закрыть. Что-то дует. Дует. Так, теперь вот этот. Вот здесь нужно распотрошить вот эту вот фигню. Все. И город снести. Это мне все не нужно. Тут тоже нужна магистральная линия. Аж. Не знаю куда. Ну, пойдет через 100, это по-любому. Через верх. А как дальше пойдет, пока не знаю. Нифига себя нарежет. Тут туннель. Надо как пить дать. И она, кстати, не, немножко неровная. Надо вот так вот. Так, чё? Чё, куда? Куда, как? Далековато вот это вот будет. Здесь чисто туннель. Нет, здесь туннель надо. Так, одна. И вторую. Собственно. Достань ты, нормально. Так, ну и поменять ее нужно направление. Что-то не поменялось. Все. Так, и отсюда сюда. Так, ну вот так вот. Вот так вот оно будет, вот так. Боюсь, вот тут как бы вот тут вот не было чего. Жестко какой-нибудь хренотени. Ага, тут уже видите, как оно немножко не стыкуется. С моим-то кругом. Так, ну и вот так теперь. Подождите. Давайте вот так вот. Ровненькую линию. Так вот, изгиб. Дальше опять ровная линия. Так, только изгиб. Вот такой будет. Как-то не очень. Не очень красиво получается. Хотя вся какая разница, я все равно потом переделывать буду. Так, ну что, это сюда, значит, да? Меняем. Всю линию по маршруту надо поменять. Так.
там что поменять, нужно соединить еще. Такс. Ну и последний штрих. Соединяем этот маршрут. Только пока некрасиво соединяется. Только удалить. Так, ну как-то так. Сейчас я вот эту еще сделаю. Так, ну это тоже надо удалить. Деньги трачу свои. На что зря. Кстати, а чё она так-то? Ну ладно, пускай так. Насколько максимально близко все можно поставить. Так, отлично. Теперь вот нужно отсюда до сюда ее. Напрямки. Вот сюда. Так, ну и вторую также. Собственно. ЖД пути я над этими пущу. Так, ну тут, конечно, жесткая тема. Нужно поменять. Так вот. Так вот. Так, ну и... А, ну пока не забыл, кстати. Просто обыкновенная дорога, только... Магистральку. Всякого говнища. Так, все. Меняем маршрут. Так, а тут что не так? Так, тут надо удалить. Итак, значит, от сих сюда. Даже мне кажется, вот это как-то слишком дерзко. Вот так вот. Ну вот будет транспортный узел. Город. Так, какие-то у меня города, кстати, есть. Давайте. Pacific 7. Это будет Pacific 8. Ага, только по-русски. Pacific 8. Отлично. Переименую вот этот Pacific 9. Так. Окей, магистрали. Есть. А чего не хватает? Pacific 8, Pacific 4. А, и 4, кстати. Ну, в принципе, тут надо просто магистральку соединить. Не вопрос. Там. Так, сейчас этого просто удалю. Так, ну тут магистраль особо, мне кажется, не нужна будет. Хотя, черт я знаю-то. Что тут за ресурсы? Дерево, доски. О, доски, кстати, можно будет на суда возить и шестеренки делать. О, а шестеренки нужны для этого. О, нифига себе, тут вообще пацаны. Пацаны вообще, ребят, можно отсюда доски, а доски сейчас сюда возить. О, я тут нашел бизнес еще один. Но это потом. И, кстати, это возить... Возить. Да, можно просто сделать, знаете что? Одну линию.
Вот здесь, вот, вот так вот. Сейчас я тут снесу все. Вот. И теперь просто вот такую. Так, электрический не надо, автобуса нету. Ничего нет, просто дорога будет. Дорога получается будет так. Вот тут знаете, что нужно сделать? Тут надо поставить для начала кольцо. Так вот. Дальше магистральку сделать. Так, сюда. Тихо, тихо. А, это не магистральная. Вот магистралька, да. Все, вот. Получается вот так вот. И отсюда уже можно пустить обыкновенную дорогу. Я только поровнее хотелось бы. Вот так вот. Вот так вот. Все. Так, дальше. Вот тут вот. Что вот тут? Тут можно магистраль пустить аж до сюда. Ну, это слишком, мне кажется, шикарно. Автобус будет ездить на такие расстояния. Ну, фиг его знает. Как оно пойдет, конечно. Но я бы лучше сюда. А если тут кольцо сделать, например? Вот здесь вот. Так, это надо снести и все. Так. Построить, построить. Ой, не то, не то, не то. Так. Вот так вот. Если ты стоял сюдык. Светофора не будет? Только тут надо поменять. Так вот. Так, ну и вот отсюда теперь туда. Так, а как же тут построить? Тоже двойную сделать ее. И мне вообще нужно вот сюда, до этого города, а не сюда. Ну тут как минимум надо удалить. А оно мне тут не надо. А вот сюда вот надо. Вот отсюда. Эй, чего себе ты мне тут хочешь? Ты мостом хочешь? Ну, мост дороговато. Вот с туннелем. Подкоп и туннельчик. Так, если. И вот тут, вот так вот. Тихо. Это надо вот тут вот. В принципе, вот так нормас будет. Я считаю. Так, только если нам нужно. Хренак.
Так, и поменять, естественно, с... Опа. Опа. Так, ну и как сюда теперь довести это все? Это все, весь беспредел. Мне это нужно сюда ее куда-то впихнуть. Впихнуть невпихуемое. Ну, в принципе, вот так вот можно. Так, только нужно кое-что сделать прежде. Например, вот эту это разбомбить все. Так, это тоже пока убрать. Такс. Отлично. Меняем направление. Во. Вот такое дело. Так, теперь у нас про дилемма. Тут только одна дорога. Ездит, да? И это плохо. Это очень плохо, что тут только одна. Нужно тут что-то мутить интересное. Так, мне нужно, чтобы... Так, как она сплотить? А, эти будут возвращаться сюда. А, сюда заезжать просто можно. Как-то сверху. Я вот думаю, как сделать лучше. Если вот тут, например, кольцо поставить наверху. И что, они будут ехать сюда? Прикиньте, они крюка будут давать, чтобы на это кольцо съехать. Ну, кстати, идея такая неплохая. Ой, если вот тут вот его поставить прям на магистрали. Прикольно, конечно, но не очень. Вот эту штуку можно было поставить. Чтоб по разным этим, ну тоже не очень. Идея не огонь. Так, ну ладно, тогда просто. Тогда. Так, ну простую дорогу. Так, и вот тут вот это надо убрать. Так, мне нужно, чтобы вот эти вот машинки заезжали сюда и потом туда. Это высоко все же. Да вроде нет. Все. Вот. А это будет ехать сюда такие. Оп, сюда. А ну оп, сюда. Так, чё? Pacific 4, Pacific 8. А и 4, кстати. А-а-а. То есть вот это ты не соединил. Вообще никак. Так, ну это плохо. Это печально. Так, а как бы его соединить? Так, нет. Кольцо. Можно вот так вот. Можно по центру, кстати, в центр прям поехать двумя линиями. Но смысла нету. Центровать. Так вот есть смысл вот так вот сделать.
Дальше. Ой, не то. Дорога. Городская дорога. Со всеми делами. Блин, ну тут придется ломать. А как мы знаем, ломать не строить. Благо тебе денег много. Вот, сегодня уделю внимание магистральными дорогами, ну, в этой серии. Чё такое? А, машинка, ёпта, иметь. Вот и взялась такая. Вот, а в следующем видео уже буду пассажирский транспорт развивать. То есть будет такой интересный город. А что там? Ага, это фигня. Как-то так вот сделаем. Сколько? Нифига себе, 20 тысяч уже просрал. Только на ослом города, прикиньте. Так, остановку сломал, кстати. А тут что такое? А, машинка опять. А, да это фигня. Вот так я уничтожил целый город. Если вы думаете, что тут города нет, то ошибаетесь. А город есть. Город есть. Так. Просто сейчас он будет немножко видоизменен. Под современные тенденции. Так, вот все тоже надо удалить пока что. Такс. Не, подождите, не так. Во. Будет такое. Типа паутины, не знаю. Так вот. Наверное, на этом кольце будут пробки жуткие вообще. Так, всем насрать. Так, а вот это вот тут нехорошо, кстати. Как-то вот так вот. Такс. Хочу полукругом. Как мне сделать полукругом? О. Ну и вот так вот хватит. Только сейчас еще вот тут это делаю. Мини такое кольцо. Так, ну и все это сводится вот сюда будет. Мало пробок, будет больше. Так, это удалить, удалить, удалить. Так. Мне вот это надо удалить. Сюда вот сделать. И это удалить, удалить. Сделать. Так, и теперь нужно, знаете, что сделать еще? А, так, размер. Это все максимальный размер, что ли? Что-то маловато. Поравнять. Вот здесь вот. Как минимум внутри нужно поравнять. Чтобы оно было все прям четко ровно. Домики. Выровняю землю.
97 тысяч осталось. Нормально. Я не знаю, правда, как быть с поездами. Вот в чем проблема еще. Ну, это я думаю разберусь. Так, ну пока, естественно, большую дорогу не надо. Так, тут все это убрать. И вообще не, не эту надо было. Вот такую. Так, ну и... Город, город. Если я поставлю... Маршрут будет? Да, маршрут остался. Вот так вот. Че там не соединено? Даже транспорт 137. А. Улицы. Собака. Ничего, я не могу тебе вообще ничего сделать. А, ну я могу, в принципе, вот так вот. Все. Так, города, города. Это еще не все. Если вы думаете, что это все, но это оказывается еще не все. Все только начинается. Так. Вот магистральки. Нужно сделать, знаете что? Кольцо. Так, ну это город тоже, мне кажется, надо снести. Еще полностью. В ноль его убить. И доделаю вот тут вот. Ну вот такое, типа, по полукольцо. Такс. Теперь можно, знаете, как сделать... Так не смотрится. Ну вот сюда как меню. Только она поровнее. Вот такой вот будет мракобесие. Дальше. Тут оно соединяться будет, это вот так вот выезжать, что ли. Сюда они не смогут, соответственно. Смогут сюда, на кольцо. Вот жесть будет. Так, а чтобы такой жести не было, не сильно они жестили-то. Сейчас я сделаю еще одно кольцо, только не так. Вот так вот. Так, а вот тут... Немножко будет видоизменено. Оп. Ну, слишком высоко. Так пойдет. Что-то на круг похожее вырисовывается. Правда, не такой четкий, как я хотел. Но тоже неплохой. Думаю, пока вот это можно убрать. Так, и сделать что-то типа такого. Во, смотрите. Только пока давайте-ка вот так вот. Так вот нормас будет. Даже можно, знаете, как
это все-таки убрать. Так вот. Так, дальше магистраль вот тут идет, да? Сейчас тут я сделаю круг. Продолжу, так сказать, закруглять. А, не, блин, слушайте. Такой круг не канает. Слишком он маленький. Так, сейчас погодите. В лесочек. Нормально будет. Ну, что-то похоже на круг, в принципе. Собственно, почему и нет. Не совсем оно круглое, конечно, получается. Ну, собственно, как получается, тоже неплохо. Так, ну и теперь вот тут, вот эту магистраль нужно сейчас. Тут вот снести всю хренотень. А отсюда приподнять. Нет, ты поднимись. Вот так вот. И теперь вот это можно все забомбить. Бомбически забомбить. А что такое? Во. Ну и вот тут аналогичным способом. Вот тут удалить. Тут приподнять. Блин, тут еще вот этот не удалил. Слушайте, а тут нормас. Прям так и оставить можно. Ну вот. Вот такое будет кольцо. Колечко-кольцо. Тут типа будет город. Так, ну тут это понятно с этим. С этим тоже все понятно. Нормас они доходят. А, тут что-то только это. Маршрут. Так, сюда, сюда, сюда. Ага, а то это сюда, да? Надо поменять немножко поворот это. Так, и кстати, тут знаете, что нужно еще сделать? А то у меня не смогут эти ездить-то. Транспорт всякий интересный. Так, тут нормас. Так, вот тут еще нужно теперь улучшить все это дело. Так, отлично. Тут как, тут нормально. Тоже все нормально. Так, остальное нормас. Так, дальше, дальше, дальше. Городская дорога. Так, это тоже нужно будет все разбомбить. Как бы это было не печально, но все бомбить надо. Города не будет. Ну, кстати, я хотел это самое, чтобы плавали. Можно отсюда будет до сюда порт сделать. И, кстати, вот здесь тоже нужно прокопать туннель. Ну, а если вот тут прокопать? Как это? Сильно это по карману ударит. Наверное, очень сильно. Ладно, сейчас доделаем магистрали. Потом займусь раскопками.
Потому что сносить города это дорогое удовольствие. Так, ну и городскую среду. Еще что-то не снес. Ничего себе. Снести. Вот так вот дорога. Тут, кстати, можно, знаете, что сделать? Тоже кольцо поставить, так как это центр. Вот. Ну и, соответственно... Нет, дорогу давайте прямую. Так, ну и тогда тут. Тут вот не канает. Столкновение с морем. Что ж мы будем делать? Можно, кстати, вот такой вот сделать выезд. А может она подняться? Нет. Вот можно сделать съезд, кстати. Такой большой. Ничего себе, он под наклоном идет, цените. Народ не попадает с этого моста. Так вот можно, кстати, в город заезжать-то. Так, а тут знаете, что еще можно сделать в городе-то? Может такой вот. Так он пересекается. Тут туннель берется, эта собака. Ну, как-то так, в общем и целом. Так, город построил еще один. Так, дороги есть, все города соединены, да?
А, не, не все, вот это еще город. Так, а что тут? Тут магистралька. А, отсюда до сюда. О, тут легко, в принципе. Так, ну все, я тут сделал. Собственно, так, а что еще? Машина 2, зерно. А, тут еще машинка осталась. Почти все сделал. Так, машина не может добраться до этого зерна. Не вопрос. Это вопрос решаемый. Делается все элементарно. Только нужно немножко вот так вот. Нет, так не пойдет, а вот так. Стой. О. Все. Итак. В общем, что я тут нахимичил? Уничтожил город. А, соответственно, сделал развязочку тут. То есть, получается, из этого города у нас едет сюда. Тут он вращается, едет в этот город. Из этого города едет сюда, в этот город. Из него едет сюда. А, кстати, вот тут еще напрямую бы можно было бы сделать. Сейчас я этим займусь. Вот. А, сюда едет. Тут тоже надо, кстати, сделать. Может, сюда вот так вот сделать. Нет, вот, вот сюда бы. Ну, можно вот тут вот. Ну, я еще подумаю, как вот тут сделать. Потому что... Не, вот так можно сделать, конечно, магистральку. Что, собственно, я, наверное, и сделаю. Так, только надо всю фигню. Магистральку вот до этого и линии. Вот до сюда. Я только хочу прямую. Я-то хочу прямую. Вот так вот. Опа, сюда. Так, ну вот. Вот так вот. И отсюда можно пустить вот сюда. Вот это надо снести все. Так, получается вот отсюда. Во. Так, вот это едет сюда, и что сюда. Это едет сюда. Кстати, тут тоже можно кое-что сделать. Вот так вот. Тут нет, не так. Так вот можно сделать. Во. Вот так вот она едет сюда, сюда, если надо. Отсюда она едет сюда и сюда. Нормас. Вот такие вот дорожные транспортные развязки. А вот тут, кстати, да нет, тут, в принципе, нормально, сейчас сюда едет, сразу сюда. Кому как надо, тот так и доедет. Ну вот, все города готовы, можно запустить ради интереса, как оно будет.
Да, раньше потратил 113 тысяч. Но зато теперь оно резко все ускорится. Или нет? Минус 114 тысяч. Зато сколько у меня? 20? Вот тут вот. А, вот тут еще немножко неправильно сделано. То есть машинки теперь выезжают сюда. Можно их, знаете, как сделать? Можно магистральку сделать. Двойную даже можно. Вот так вот. Поеду они так или так? Как они поедут теперь? О! Собственно, маршрут пролегает. Так, ну города разобьются. И рано или поздно. Кстати, а вот этот город, как он пошел? Ну, потихоньку начинает набирать обороты. Ну вот, в принципе, то, что сегодня запланировал, я сделал. Денег маловато осталось, нужно будет потом еще, ну я за кадром уже сделаю магистральный маршрут вот здесь, в этом городе, в этом городе и в этом, естественно. То есть еще три маршрута, плюс все города переименую. Ну, собственно, на транспорт я потратился много, очень много. А зато дает уже свои весом преимущества. 24 тысячи плюсом стало. То есть скоростные дороги для скоростного транспорта — это нормально. Вот. Буду делать, естественно, упор пока, подчеркиваю это, на машинках. Потому что машины нормально доставляют, нормально ездят. Собственно, почему бы и нет. Вот. Тут пока так будет, я потом переделаю. Чё-то, нифига себе, тут столпотворение-то. Терминалы. Надо, кстати, наверное, еще сделать один терминал. И разгрузить, так сказать. Так, линия 1. Вот так вот. Линия 2, терминал 2. Все. Чтобы они тут столпотворение не устраивали. Так, стальки мало, кстати. Ну, это я сделал. Вот. В принципе, пока, как я говорил, на машинках буду все это делать. Ну, потому что оно и легче, во-первых, и быстрее это все делается. Вот, и проще, легче рассчитывать все это дело. Вот, а затем, естественно, если будет возможность, то и поезда подключу. Переделаю и поезда. Но поезда, как вы видите, пока не канают, не канают. Я думаю, на поездах может как-нибудь на дальняк ездить, я не знаю. Либо смежными вагонами как-то разруливать. Потому что, ну вот, поезд катается, а толку от него никакого. Одни убытки идут. То есть, ну, не очень. Вот уже поезд вроде и ездит. А по финансам, ну, не сильно в плюсе. Потому что он, во-первых, не может почему-то полностью ресурсами заправиться. Хотя производит тут вообще максималка. Поставщики. Потребители. Как-то так вот, друзья. Ну что, на этом, я думаю, стоит закруглиться. Завершить, так сказать, эту серию. Но магистральные маршруты построены. Можно даже, знаете, сделать паузу. Вот так остановить. Вот, магистральную развязочку сделал, скриншот одной из крутых моих развязок. Хотя еще где-нибудь есть интересные развязки. Тут как-то голо. Вот, дальше они, естественно, будут нагружаться, те магистральные развязки.
города будут разрастаться, ну и дальше все будет естественно, я все это сниму. Следующее видео я постараюсь доделать до следующего видео, этот самый как он. Вот эти развязки. И в следующем видео буду уже вплотную заниматься транспортом пассажирским. Пассажирским транспортом буду заниматься, потому что он дает свой доход. Мало, ну дает, в принципе. Некоторые хорошо дают, некоторые плохо. Ну, будем смотреть. Сейчас вот с этих городов, может, народ поедет. И будет нормально. Ну что, всем, друзья, пока. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, ну и между делом заходить на наш сайт. Всем удачи, друзья, всем пока.